5 января на прямую линию губернатора Вениамина Кондратьева поступило более 6300 сообщений, из них 4000 через чат-бот в мессенджере Telegram, 1870 по многоканальному телефону, 393 через сайт госуслуги. В числе основных тем – жилищно-коммунальное хозяйство – 35%, транспорт и дорожное хозяйство – 16%, социальное обеспечение – 11%, строительство и архитектура – 9%, здравоохранение – 6%. В расчете на 1000 человек больше всего вопросов поступает от жителей Краснодара и Анапы, а также Белореченского, Туапсинского и Динского районов. Прямая линия Вениамина Кондратьева состоится 12 января в прямом эфире телеканала «Кубань-24». Посмотреть ее также можно будет в официальном аккаунте Краснодарского края в социальной сети ВКонтакте. Вопросы принимают специалисты Управления по работе с обращениями граждан Регионального департамента внутренней политики. Задать их можно, используя один из наиболее удобных способов по многоканальному телефону администрации Краснодарского края +7 861 268 60 44.